Здравствуйте, уважаемые господа! Здравствуйте, уважаемые дамы! Меня зовут Тимошенко Наталья, я продолжаю читать сказку про дедушку Аву. Глава 9. Доброе утро! Доброе утро всем! Дедушка Ау встал с кровати, сделал зарядку, сладко потянулся, улыбнулся солнышку в окошке. И так, улыбаясь, спустился на кухню. А там, кружа над плитой, готовила Тушка. Она что-то смешивала, что-то взбалтывала, напевала песню и радостно доставала блюда из духовки. Запахи витали, один вкуснее другого. «О, доброе утро, дедушка Ау! Как спалось?» «Что-то снилось?» «Привет, Душка, спалось великолепно. А что тут решила готовить?» «Ну, ты же знаешь, дедушка Ау, я много странствовала, накопила много разных рецептов, и теперь могу поделиться со всеми. Это очень вкусно!» «Я не сомневаюсь», — ответил дедушка Ау. Позавтракала и определив, что на улице хорошая погода, было принято решение пойти погулять. А по дороге Душка обещала рассказать историю своих странствий. Прошлым летом я решила устроить себе путешествие. Выбрала маршрут по лесам, которые расположены рядом. Пролетела пару лесов, оказалось, все как здесь. Все те же поляны, все те же озера. Так красиво, но все равно очень похоже. И тут я встретила свою давнюю подругу. Она только что прилетела с Востока. И очень тепло отзывалась о Востоке. Но в Восток можно было попасть очень интересным способом, даже немного секретным. Нужно было обойти 9 раз определенную сосну в зеркальном лесу и произнести 108 раз слово «лабуда». И тогда откроется дверь, и можно будет попасть в Восток. И еще условие там было. Ты должен побывать в Востоке не меньше 4 месяцев. Вот такие условия. Я подумала и решила слетать в зеркальный лес и найти ту сосну. Пока летела, все думала, как я там буду на Востоке. Но потом решила, что подруга же вернулась. И вот я нашла эту сосну, все сделала, как велела подруга. И передо мной дверь. Дверь золотистого цвета. И разговаривает. Спрашивает у меня дверь, кто ты?